В этом видео ты узнаешь, как правильно заменить задние пружины на подвески типа балка. Для этого нам необходимо сорвать болты, поддомкратить машину, снять колесо. И потом после этого единственный болт, который крепит у нас амортизатор, держит снизу, нам его надо сорвать. Потом, после того, как мы его сорвали с места, мы поддомкрачиваем заднюю балку, для того, чтобы нам его было легче открутить. И уже его непосредственно изымаем, этот болт. После этого нужно убрать домкрат и нехитрым приспособлением вынуть оттуда нашу пружину. При этом не забываем смотреть на те отбойники, какие у вас будут стоять, и на резинки, какие будут стоять снизу и сверху пружины. Болт, перед тем, как установить его назад после замены пружины, нам его необходимо смазать, для того, чтобы его в дальнейшем можно было элементарно достать. Ну и ставим колесо назад.